То есть вот насчет научной деятельности. Если ты, ну, короче, сделал научную какую-то хуйню, и при этом другой чувак в точности взял твою штуку и ее там присвоил, себе там как-то защитил, то ты можешь подать за плагиат, и в этом есть какой-то смысл, и это нашумит, и тебе в итоге, ну, как бы это будет только в плюс. Если же ты вот сделал, как, допустим, чел, записал каверок, бля, похуй, нормально, ладно, срать, значит, если ты записал каверок, и, типа, его перезалил другой чувак, и, типа, оригинальный кавер, ну, набрал, там, хуй знает, 5000 просмотров, а перезалив 5 миллионов, то, блядь, тебе и страйк ему кинуть невыгодно, потому что, ну, у тебя от этого просмотров не прибавится, тебе выгоднее не будет. И нихуя не сделать. И, типа, и писать, ну, что ты можешь сделать? Ничего. И кто виноват, по сути? То есть, виноват ли чел, который перезалил? Да нет, блядь, у него, ну, просто вот у него так получилось. Хотя должно было у оригинала быть столько просмотров. Но YouTube такой, блядь, нахуй, сделаем сюда 5 миллионов. Хотя это, блядь, ну, это не его даже там, никаким хуем интеллектуальная собственность. Или, блядь, это теперь народное, как с моим универсальным комментарием, типа, то есть, ну, если я сделал, а, YouTube, да, еще и сообщение шрет срано, да, здесь я согласен, это бесит пиздец. Я, например, сделал трекич, а его подписывают без имени и без названия, то есть вообще, блядь, типа, голосовое сообщение. Нихуя ни имени, ни названия. Единственное, хорошо, хоть я умудрился прикрепить так, чтобы обложка, на обложке было мое имя видно. Вот это единственное, хоть я что-то смог сделать с этим. И то, блядь, и как бы, и что я могу сделать? То есть кто виноват? Виноват ли конкретно взятый там чел, который просто, ну, так же нашел эту хуйню где-то в комментах, так же ее просто, блядь, там кинул и... Ну, он не знал, или ему похуй, он не думал там особо об этом. Просто, ну, блядь, чел просто мемы кидает, и все, ему вообще как бы насрать. Ему не должно быть не насрать на это, по большому счету. Вносит, ну, вот эти все челики. И это все там в течение одного часа там ночи, с трех до четырех, вот там, типа, их вот только... Именно вот где 30 секунд, где это точно мое. То есть точно моя песня. Понятно, есть другие здесь, типа, вот это все не то, не то, не то, не то, это не мое. Вот там уже... Раз мое снова, два мое снова, три мое снова. А виноваты ли эти, блядь, челики? Да нет. А, виноват ли я, не знаю, типа, да тоже нет, я все охуенно сделал. Я, блин, то есть и чел сделал кавер свой хорошо. Вот, YouTube, значит, науки, чтобы работа выстрелила, нужно опубликовать в научном журнале. $3000 такая публикация. В YouTube автоматически монетизация. А нахуй эта монетизация нужна? Во-первых, кавер. Блядь, чувак, у меня тоже идет монетизация с универсального комментария. Это 50 рублей в день. Ну, блядь, я не считаю, что человек, который, блядь, сделал трек, который ВКонтакте публикует чаще, блядь, чем, я не знаю, чем, блядь, всего там, блядь, LG вместе взятого, я не считаю, что 50 рублей в день это, типа, блядь, достойно. Это, да, заебись, монетизация у тебя есть, блядь. Спасибо, нахуй. В очко засуньте себе, блядь, эти $7 в месяц. Типа, блядь, ну, хуйня, я хочу, не знаю, блядь, там, чё, блядь, 100 зрителей на стримах хочу, допустим, или, блядь, по 100 чел на концертах я хочу, предположим, на своих, и так далее. Или подписчиков, ну, в паблике этого музыкального проекта. То есть, вот, это называется, там, Моисей Великанов. Я хочу, типа, блядь, ну, что там было дохуя подписчиков, предположим. Вот. Вот 50 баксов, да, 50 баксов я бы, ну, типа, уже можно было бы и подзавалить ебало, в принципе. Потому что 50 баксов, это уже можно жить, блядь. А 50 баксов в месяц, типа, нахуй. 50 баксов в месяц, это заебись. Это, а, ну, это как раз 100 рублей в день, типа, да, по-моему. То, ну, блядь, ну, нахуй, чизбургер в день. Типа, спасибо большое, ребят. Очень, блядь, охуенно стоило ради этого, ну, блядь, не знаю, с 5 лет заниматься музлом, искать там какую-то вот, блядь, эту формулу хита, там чего-то, не знаю, невозможное. Это то, ради чего стоит продолжать пытаться делать. То есть потом тебе спрашивают, а когда новый хит в духе, блядь, там, какой же я милый, и универсальный комментарий. Блядь, да, нахуй, за 50 рублей в день-то, ебать, слушай, надо постараться реально. Это прям, блядь, это повод... Типа, ну, творческими муками, хуй знает, пострадать какими-нибудь и так далее. Вот.
Может быть, даже у тебя на, блядь, неделю на стримах после выхода трека прибавится, будет, не знаю, блядь, на 3 зрителя больше. То есть, во, вот это, блядь, мое почтение. Кто так делает, ребят, спасибо. Вот, и вообще, зацените, что я делаю, ебать, еще раз. То есть, вот просто есть картинка, ее вот сохранить себе и, типа, там, в поиске постов вбить, типа, голосовое сообщение содержит аудио, и где 30 секунд смотреть, кидать просто, даже не включая, не проверяя, можно кидать. Если 30 секунд, это стопудово универсальный комментарий. Однозначно. Вот. Закончил музыкалку, 7 лет отдал. Да, заебись, бля. Стоило так спеть, чтобы в итоге просто... Блядь, надо было учиться на перезаливщика, я не знаю, или на мимолога какого-то. То есть зачем? Чем мы, блядь, какой-то хуйней занимаемся? Музыкой, блядь, там, какой-то поебенью этой всей. Вот. Типа, а потом люди такие, блядь, все русские исполнители говно. Типа, все хуйню какую-то делают. Ну, блядь, типа, вот мы сделали даже что-то там... Ну, пусть, короче, мы с чего-то начали. То есть, типа, ты, если бы у тебя, допустим, пошли кавера, ты бы дальше мог, ну, не знаю, зайти там и... быть заслуженно известным и, не знаю, блядь, может, на весь мир, ебать. Или я. И все. Ну, блядь. И еще раз, это не то, что там мы о себе возомнили. Ну, ебать, если это мы о себе возомнили, какого хуя по 10 постов? То есть, это, ну, хуева гора людей с этим бы согласятся. Что, типа, там, условно, Моисей... То есть, тот чувак, который придумал универсальный комментарий, это охуенный чувак, который, блядь, вообще должен бесконечно делать музыку и быть, блядь, известнее всех и быть самым крутым. Я думаю, многие согласились бы с этой мыслью из тех, кто вот это постит, блядь, что это заебись, это, блядь, классно, это пиздаче, чем там половина эстрады. Но по итогу, блядь, типа... Или там тебе 5 миллионов просмотров, которые у чела на перезаливе, блядь. Его кавера. Думаю, тоже челы посмотрели. Ну, типа, ебать, если там есть, пусть там, допустим, не знаю, 20 тысяч лайков. Ебать, 20 тысяч человек, все как бы, они, ну, нажали, типа, нам понравилось, заебись. Это, по сути, как расписаться в том, что я хочу еще. Типа, мне заебись. 20 тысяч человек, ну, типа, заебись вообще-то. Отлично. Где... Этот пост... Где, блядь, эти 20 тысяч человек, собственно? То есть, что сделать-то? Я не знаю. То есть, чтобы эти люди, может, ну, хотя бы реально новые песни там слушали, ждали или что-то. То есть, это такое, секси-барабанщица. А тоже, да, ты понимаешь, что, блядь, какую бы ты ни сделал мега-хуйню там невозможную, типа, люди все равно, то есть, слушают либо там Кис-Кис, где две тёлки, либо Джинджер, где тёлка на вокале, либо там, вот в МВПД прикол все равно, что, ну, типа, ты делаешь нюансы музыки, но мало кто вслушивается в эту хуйню, потому что их волнует не то, как ты там гениально придумал гармонии, ну, типа, то есть это волнует единицы, прям суперценители такие пиздатые, кто понимает, а волнует всех, что, бля, прикольная шляпа, или там, бля, прикольная барабанщица, или нихуя басист какой толстый, заебись, смешно, или там... В говниде тоже, то есть мало кто замечает то, насколько, типа, я классно там проработал какие-то ритмические рисунки, какую-то хуйню, то есть то, без чего я сам не буду кайфовать от этой песни, я сделал, но всех как бы прикалывает там, ну, и причем, опять же, есть то, что вообще не важно, но на что обращает внимание там чувак, ой, блядь, сведено хуёво, ебать, да что ты говоришь, типа, ну, блядь, вот... То, на что надо в говниде обратить... В группе под названием говнида, блядь. Вот то, на что надо обратить внимание, сведено хуёво, блядь. Типа, ну... Брат, ну сведи, блядь, меня. Я не знаю. На 5 тысяч просмотров-то. На образ больше... Да это вообще, в принципе, уже, мне кажется, давно так. То есть оно не то, что сейчас. Мне кажется... По сути, нет, вот есть даже любой какой-нибудь исполнитель, там, ты его назовешь, типа, вот это очень пиздатый, там, мой любимый исполнитель. Существует ровно ноль чуваков без образа, типа, без интересного образа. И даже, то есть ты-то сам их слушаешь, тебе музло нравится, и вот музыканты многие, это, как говорится, ловушка Джокера, блядь, попадаются в эту хуйню, что, типа, мы-то думаем вообще, что, типа, музыка и там... как говорится, что-то значит. А людям так похуй, они им типа, о, блядь, тот чувак с розовыми волосами там,
что-то там делает, заебись. То есть, блядь, в три хуя до пизды, на самом деле, вообще. И все. То есть, ноль, блядь, челов. То есть, кого не назовешь? Кобейн, типа, не было у него, что ли, блядь, ну, в смысле, у всей Нирваны не было прикольных каких-то своих таких, можно сказать, образов и хуйни. Рамштайн, не знаю, Линкин Парк, ну, все какие-то были, ну, там, Корн полностью все вообще, типа, выглядящие. То есть, вот это вот именно бросание пыли в глаза, то есть, ты должен именно... И к чему мне эта информация, блядь, действительно? И к чему тебе эта информация, блядь? Нахуй, действительно, блядь. Да пошел нахуй просто, пес ебаный, блядь, заебал. Вот как, блядь, не бомбить с этой хуйни? К чему мне, блядь, эта информация? Так. Вот это полная хуйня, Эндрю Измайлов, понимаешь? Еще раз. То есть, мне каждый день, типа, блядь, пишут такую хуйню. Типа, может быть, ты свел как-то не так. Блядь, в комментарии нет сведения вообще, блядь, это на диктофон запись. Может быть, ты клип какой-то не такой снял, еще что-то, блядь, не сделал. Да, блядь, типа, еще раз, вот, посмотри, я что я сейчас делаю, блядь? Этот... Я лайкаю бесконечные, блядь, посты с моей песней. Ну, не лайкаю, отправляю им картиночку ебаную, типа. Блядь, ради интереса она хоть не удаляется, блядь, интересно. Вроде нет даже. Нет, блядь, типа, нихуя. Нихуя, понимаешь? Я же тебе говорю, блядь, мне каждый день пишут. Ты, наверное, блядь, тебе надо там, не знаю, может, тебе надо без мата песни делать, а может быть, тебе надо... с матом делать, а может тебе надо клип дорогой снять, может тебе какой-то продюсер нужен, может тебе что-то... Да нихуя мне не нужно, блядь, просто, вот, блядь, мне нужно, чтобы на моей песне было мое имя написано. Я ничего не могу с этим сделать, ничего, блядь, я не знаю, как изменить, серьезно. Измените, блядь, ВКонтакте или YouTube, которые вот такую хуйню, блядь, сделали, то есть... Людей измените, пиши говниду на диктофон. Да реально, блядь, чуваки. Просто, блядь, ответ на все ваши вопросы. Ответ на все ваши вопросы. Я не знаю, клянусь. Я не понимаю, как это работает. Я не понимаю этого прикола. Эту психологию, эту хуйню. Я только это заметил. Как зовут бабу? Блядь, сейчас. Короче, ну, допустим, Them Bones, кавер. Там, ну, любая какая-то гитарная такая песня. Сейчас. Как же ее, блядь, зовут, тёлку? Алисия как-то... Какой-то... Блядь, знал я одного испанца, звали его, блядь, как-то по-испански. Так, ну, пускай будет... Видар. Алисия Видар, ебать, подождите. Да где она, ебать, ее в сраку? Во! 190к подписок, типа, у человечихи. Видосов, ну, там, кот насрал, то есть, по сути, все они сняты квадратно на мобилу с хуёчим, просто с хуёвейшим звуком, с худшим в мире, блядь, звуком. Абсолютно каждый из них так снят. Квадратно и, блядь, типа, S-колонки сейчас еще она там усилилась, сжалась. То есть, ничего, блядь, не разобрать, ничего не слышно, но при этом она, ну, ок, миловидная, типа, губища огромные, блядь, и... Ну, голос хороший, да, то есть прикольный. Но насколько хуёво. Блять, и типа, ну, просто нихуя не делая, по сути дела. Ну, миллион таких тёлок есть. Бля, а если ты делаешь, типа. То есть давайте условно, ну, мы глянем её там что-нибудь популярное. Where is my mind? Типа, вот там кавер, допустим. Да, where is my mind? Кавер, и там будет, я сейчас предсказываю, либо охуительно невозможно дорогой продакшн, и то будет меньше просмотров, либо будет плюс-минус то же самое, и просмотров будет меньше. Есть, ну, какой-то Милки Ченс, ну, блядь, у него, то есть, полтора ляма, это какой-то там тоже мега-чел, и там, ну, опять же, дохуя продакшна и так далее, это мега-чел какой-то. Вот чел, у которого явно все, ну, там, ну, не знаю, и пикче лучше, и хуикче пиздукше, и сколько здесь, блядь, 240 тысяч. Полтора ляма, это голос Франции, ебать. Полтора ляма, столько же просмотров, сколько просто у девки из Бразилии, блядь, хуй знает или откуда.
Девка тут микрофон, там, подсветка, просто заморочилась, хуй знает, что сделала. 250к просмотров. И, возможно, поет лучше. Я, ну, то есть я, это даже вообще мы не обсуждаем. Скорее всего, поет лучше. Вот здесь есть, но здесь, блядь, два ляма. То есть это какая-то популярная исполнительница сама по себе, без этого кавера. То есть, либо тут набирает что-то вот, ну, такое. Вот, и это тоже мы смотрим ошибку выжившего, грубо говоря. А так, типа, блядь, у Weezer, нахуй, меньше просмотров. Типа, это Island in the sun, in a place of heaven fun. Блядь, у них, сука, меньше просмотров, чем у девки просто, блядь. Понимаете, нахуй? В чем прикол? Или, допустим, ну, пусть там будет, не знаю, Алена Швец скейтер кавер, типа, допустим. Есть просто мега охуенное что-то. То есть, короче, самое говно, записанное на кусок, блядь, мыла через пизду, еще и без обложки по-хорошему должно быть, наберет 100 миллиардов просмотров, самое заебись наберет там 1001 максимум, типа, блядь. Я не удивлюсь, если, кстати, сама Алена наберет меньше, чем какой-нибудь кавер на нее. Вообще запросто. Запросто может быть такая хуйня. Легко, блядь, типа... Да! Скейтер, разбор на укулеле, типа Даша Кирпич, короче, блядь. Больше просмотров, чем просто у самой Алены Швец. Ну что это, блядь, такое? Ютуб, сука. Иди нахуй. Просто, блядь, с такими цифрами. Ну вот, и все. Почему не... Да они заходят, чел. Проблема не в том, что мои песни не заходят. Они заходят, но мне от этого нет никакого толку, потому что они заходят без моего имени. Там стерто, блядь, Моисей Великанов и написано «Мамка админа» или «Голосовое сообщение». То есть дело не в сведении, не в клипе, блядь, ни в чем. Я все сделал правильно, блядь. Просто все, просто так оно не работает, блядь. «Пошлая Молли», кстати, самое отвратное, блядь, вообще сведение... В мире, нахуй, пиздец, то есть, да. Говнида на гитарпро пишет. Да, 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 и это, блядь, прелесть ее. Ее не надо, блядь, стараться над ней, не надо ее делать лучше. Она должна быть именно такой же хуевой. И тогда это будет работать. Фух, ну вот, блядь. Такие мысли, то есть... Виноват ли я в своей, не знаю, непопулярности, грубо говоря, типа? Я не знаю, блядь, что мне сделать. А причем сниму я хуёвое видео, без обложки, без всего, без, блядь, ничего. На хуёвую камеру, без звука. Да, блядь, оно тоже не зайдет. Я не знаю, у меня, ну, то есть, просто, блядь, потому что алгоритмы в Ютубе писала тупорогая, блядь, косоглазая, нахуй, безмозглая обезьяна, блядь. Из-за этого... Какая-то хуета, блядь, по необъяснимым причинам. И выходит в рекомендации, сука, и набирает просмотры. Причем ты ее, блядь, дизлайкай, не дизлайкай, скрывай, блядь, ничего, блядь, не работает, хуй знает. А пиздатая лайкай, не лайкай, комментируй, хуирай, блядь. Нет. Не знаю, реально, блядь, все, просто. Вот я хочу посмотреть пиздатый контент. У меня его не будет даже в рекомендациях никогда. Я никогда в жизни не узнаю... о существовании пиздатого, допустим, контента на интересную мне тематику, предположим, хороший кавер на меня, не знаю, блядь, даже, да? Просто потому что, блядь, алгоритмы ютубера так работают. И я даже будучи подписанным на кого-то, нихуя, может быть, не увижу его там видос, хотя я хотел бы увидеть какой-то его новый видос, там, у себя в рекомендациях, там, не знаю, что это, какую-то песню, потому что, блядь, сука, YouTube так работает, блядь, индусы, я не знаю, кто это, блядь, делал, сделали хуйню. Бегите все в TikTok. И все.